In 1480, Moscow's army, led by Ivan III, faced off against the Mongols across the banks of the Ugra River. But the Muscovites, armed with guns, were too much for the Mongol army. When the Mongols realized reinforcements weren't coming, they retreated. Now Ivan III was free to pursue his ambitions to expand Moscow even further. Despite the rapid rise of Moscow, it was still a vassal of the Mongol Empire. But after the stand at the Ugra River, Ivan III's ongoing refusal to pay tribute antagonized the Mongols. Yet, retribution never came. Cracks had developed in the highest levels of Mongol rule, and the Golden Horde shattered into smaller khanates, beset by infighting. So Moscow was left free to expand. Ivan III continued taking control of smaller Rus' principalities by any means necessary. Some had been ruled for over 100 years by an historic enemy, Lithuania. Ivan III was determined to take them back. By 1500, he had turned Moscow into more than just a city or a state. It was an entity that he claimed represented all the Rus people. Ivan's successor, Vasily III, would fight to take back the lands from Lithuania that he believed belonged to Moscow. Grand Prince Vasily III dispatched his Rus army to Lithuania. His goal, to capture the fortress of Smolensk and expand Muscovy's influence. The Rus needed a strong position from which to prepare for their assault on Smolensk. If the Rus could secure each village, they would have use of its military buildings. They needed to choose carefully which village to take first.
The Rus took the first village, giving them a base from which to advance. The village of Vyazma had supported Smolensk with well-equipped infantrymen. Люди, приуготовляйтесь и наказы слушайте. Я построю сие. Слушайте все. Построй на добро есть. Стоять и много будет. Что накажете? Оружие берите. На брешь поскору. Куда направляетесь? Направляюсь, куда велено есть. Путь. Скачу на брешь. Я отсюда не шагу. Цели новые есть? Труждаюсь хлеба ради. Дайте мне работу. Что надо? Дайте поручение. Я построю сие. Трудитесь, сюда уже направляюсь. Трудитесь, надобно. Часов, да, сие, построю скоро. Что накажете? Начинаю строить и сейчас. Готово есть, потрудитесь. Слушай, надобно будете. Готовь, если потрудитесь. Что накажете? Я построюсь. Потрудихся изрядно. Построено есть. Радость ведь. Слушайте все. Уразумев. Подай десов. Все я построю скоро. Наказе исполнены будут. Что наказ? Будут кровь и брать. Построено есть. Радость велия есть. Здесь надо будет. Наказ слушайте надо. Начинаю строить и сейчас. А люди приготовившиеся. Копаю присно. Что наказ? Что накажете? Ой, не наказывайте, да. Повинуюсь, наказывайте. Иди, трудницы, надо обнесуть. Люди, приуготовляйтесь и наказы слушайте. Слушайте все. Ступаю пристав. Добро. Трудитесь, надобно. Оружие готово есть. Готово есть, потрудитесь.
захочете. Слушайте все. Начинаю строить и сейчас. Готов повиноваться. Слушаюсь. Яко прикажете. Построено добро есть. Стоять и много будет. Потрудихся. Слушайте все. Войны, наказы служб, сейчас. Приготовлять, выступайте доблестно, войны. Слушайте, надобно. Слушайте все, новые наказы, слушайте.
надобно. В лесу люблю трудиться. Наказ ваш исполнен будет. Отдохновение благо на воздухе есть. Наказы с... Немедля наказ исполню. Повинуюсь непрекословно. Всем долг свой. Получим. Наказ дан есть. The Rus advanced, taking a second village. The village of Yelnya had a long history of archery expertise. Наказы новые суд. Чисон. А? Я к карте. Двигаюсь, куда велено есть. Так мзду дают там. Да на месте не стоит. О, наказы суд исполняются уже. Ой, президент! А ты приказ ясен есть. Люди на тюзе. Идем по спору все. Люди готовы суд. И ждут дела. Идти надобно. Да. Не есть сон, не есть отдохновение. Приуготовляйтесь! Наказ постанете! Наказ на отдохновение, благо на воздухе есть. В ним дали нам наказ. Идти надобно. Слушайте все, сейчас наказы будут. Несть сон, несть отдохновение. Несть сон, несть отдохновение. Войнет коридем к славе. Наказывайте, сделаю все. Внимаю, словесика. Каков? Немедля скачу на преж. Наказ ясен есть ми. Наказ уразумех. Защищаемся от нападения вражеского. Не отступлю ни на шаг. Немы на преж. Выследи части. Повинуюсь непрекословно.
Я знаю свой долг. The Rus now controlled three outlying villages. The village of Roslavo was strong in the training of cavalrymen. Controlling the outlying villages gave the Rus army a wealth of resources, allowing them to begin planning their assault on Smolensk. Two vital trade routes kept the fortress of Smolensk well supplied. So long as these routes remained active, the Lithuanians could launch counterattacks against Vasily's forces. A Rus ally had stationed cannons in the village of Krasny. If the army could get to the village, they could add the cannons to their arsenal. Were unable to eliminate all the Lithuanian traders. The well-guarded fortress launched an attack. Внемлите, воины! Напряжь, не бойтесь! Направляйте разумно! Оружие на плече, наступаем! Слушайте все, сейчас наказы будут.
построено, будет исправно. Войны, оказывайте, что дают нам, да на месте не стоим. Слушайте все, не сяду, донди же соберу. Ватники слушают наказ. Исполню наказ ваш. Ожидаем наказы. Люблю, трудитесь в поле. Часа накажете? Возведу все, яко прикажете. Наказы слушайте, воин. Буду радоваться с вами, сражайтесь тесно. Мыслите отчасти. Всем долг свой. Напрежь, не бойтесь. Наказ там есть. Напрежь, не бойтесь. Ватники готовы!
все, как прикажете. Батьки готовы к пронесу. Наше дело правое есть. Ждем лучники конные. Напрежь по скору. Лучники конные. На конные бояв. Батьки слушают наказ. Часовных следую, куда наказано есть. Строите надобно. Тихо! Надо бы дело делать. Получим наказ сейчас, воины. Идите за орудием, воины. Все мы воины. Следуйте за пушками. Исполняем. Напрячь. Толкайте орудие. Напрежь по скору, везите орудие. Приказ честь, в повиновении есть. Мой конь верный нетерпелив есть. Тихо, наказом внемлите. Год войны идут с орудиями. Пора уходите. The Rus destroyed the Lithuanian supply caravan, beginning the process of starving out Smolensk. If the Rus could stop all the supplies, they would ensure the army within Smolensk remained weak and unable to send out attacks. Надобно. Направьте меня на брат. Ну, ты скусен есть. Готов Слушайте все, новые наказы суть. Капитан, Смолный, все, 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 все,
Vasily's men cut off the eastern trade route, tightening their grip on Smolensk. Есть сон, есть вдохновение. Люблю трудиться в Испании. Держите ряд! Vasily's forces breached the mighty walls of Smolensk. All that remained was to eliminate the Lithuanian army in the city itself. Тихо, воины! Наказано! Идите! Это наказ! Приступаю поскору! Будет сделано! Повинуюсь наказу! Слушаю слово кое-что. Слушайте, вот, сделаю вся, яко накажете. Брань изничтожила сапоги наши. Идите, это накажет.
исполнены будут. Напряг! Толкайте орудия! Воины идут за орудиями. Пора уходите. Ожидайте наказы. Направьте меня, направьте. Не празднуйте. В люду ваше построено будет исправно. Ожидаю наказов и славы. Приказ есть новый, а с если в нетерпении. Что уничтожите прикажи? Орудие исполнено! Внемлите, воины! Добро! Оружие готово к брани. Наказывайте. Получим наказ сейчас, воины! Наказ дан есть. Честь в повиновении есть. Но вы напряжь, воины! Следуйте за пушками! Есть сон, есть отдохновение. Слушайте все, сейчас наказы будут.
Следите за орудием, войны! Сделано будет. Готовность полная есть. Слушайте, идите за орудием войны. Души противного. Тихо. Напрежь по скору. Везите орудие. Наказано передвигаюсь из чести. Все прик напрежь. Толкайте орудие. Напрежь войны. Of the mighty fortress of Smolensk, Grand Prince Vasily III had succeeded in retaking the ancestral lands of the Rus. Muscovy's rise to dominance was gathering pace.